И снова здравствуйте! Здоровайтесь все с Хатиком. Ой, грязный ты какой, Бимов. Фу, Бумов, в чем ты? Ну, в грязи. Ну так на улице, гляньте, какое лужа, был дождь ночью. Всем здравствуйте, сказали? Сказали. Так, поздоровался. Ой. Бегемотенька. Машенька. Все, грязевые монстры разбежались. Мы идем гулять на улице. Вот. Да. Идем. Давай, пробуй, Хатик, пытайся. Старайся, давай. Давай, топ. Хатик. Короче, Хат у нас ходит только в одну сторону, и пока его держишь за хвост. Угу. От ворот он вообще не хочет идти никак. Хат, иди. Нет, не разворачивайся. Пошли. Ну вот, в сторону ворот он ходит лучше. Так, лапку. Да. Лапку контролируй. Старайся. Давай. Вот. Пошли. Давай. О! Не-не-не-не-не. Разворачивай лапу. Вот так. Нет. Так. Писать собрался? Или какать? Ну давай, попробуй. Просто повис и все. Угу. Я просто хочу повисеть. А вы меня держите. Повис, даже не пытается ничего делать. Пошли. Так, конечно, не картоха. Даже если увидит Бига, да, не сдвинется с места. Ну, пошел, видишь, идет домой. Давай. Молодец. Давай. Учимся стоять. Вот так. Он назад вообще не хочет их отодвигать. Угу. Сразу бац и все. Нет, не садись. Нет. Молодец. Все, давай еще чуть-чуть и все, и домой, давай. Еще чуть-чуть походим и домой. Давай, Хатик, давай, красавчик. Ой, прям бежит. Молодец. Но это еще не все, Хат. А теперь обратно, ага. Все, пойдем. На исходной собака. На исходной, точно. Давай, пошли. Ну хотя бы в ту сторону ты же хочешь идти? Давай. В сторону домой же ты хочешь идти? Давай, топай. Давай, хвостик подержи. Давай. Иди сюда, Хатик. Пошли, давай, скорее. Домой пойдем. Идем домой. Давай, иди. Идем домой. Скорее. Молодец. Скорее. Давай. Вот. Так, молодец. Вот. А теперь иди. Стоит, смотри, видишь? Да, прикольно, я вижу. Вот, молодец. Задние лапки держат уже чуть-чуть. Уже работает. Поставил уже переднюю, да? Подставил уже? Угу. Все? Так, уже все. Ну пойдем, ты даже устал. Уже я даже устал. Пошли, ладно, все, пойдем домой. Пойдем. Тренироваться будем, да, Хат? Будем? А? Я знаю, что ты не хочешь, знаю, что тебе пофиг. Ты бы сдох давно, если бы тебя не держали за уши. Уже мы без толку ходим, потому что он уже просто висит, он устал. Или ему надоело. Так что, в принципе, все, мы заходим. Ну, пойдем. Дойдешь сам? До ворот-то ты должен добежать. Вот так, здорово, ты ходишь сразу. Последние метры. Это все, да? Это, скажи, я на двух лапах дойду. Только быстрее меня заносите, мне тут не нравится. Димка. Ну все, пойдем домой. Пойдемте. Это лысая девочка? Что вот это ваша лысая девочка?
Или как там тебя называют? Нет, сказали, что мне не нравится этот лысый мальчик. А, это мальчик лысый? Да. Ну что, ты посчитала, что там нам надо? Да, посчитала. Вот собачки наши все на базе веса. Вот что-то от меня тень, короче. От меня тень. Ты теневой. Да, короче, посчитала. Даже с тем, что у нас осталось, нам все равно придется заказать две упаковки барса, один окса, пирамицина две штуки и горьких бинтов. Вот. Угу. И это примерно выйдет на 7 тысяч. Больше-меньше. Ну, это в два раза меньше, чем в прошлый раз. Да, но все равно цены еще... Потому что у нас осталось дофига еще что, да? Ну, это не дофига вообще. Не, ну, по сумме заказа еще получается это даже немного. Да. Ну... Так что ладно. Так, ну это то, что у нас осталось. Барса, получается, 44 пипетки. Азинокса, 18 таблеток. Вот это мы покупали для Бига таблеточки. А вот это вот для Джека Инспектор и для кошечки от блок-глистов. Это нам дарили на Вуффесте. Ну, закажем завтра или послезавтра будет, да, заказ. Я не помню, во вторник или в среду у нас доставка. Да, позвонить. Слушай, Сашка, а ты посчитала там сколько примерно? А прайс-то старый, а цены сейчас непонятно, насколько поднимутся. Я вон смотрел эту технику, уже на 30% все подорожало. Уже мы не скоро купим себе камеру. Ну, в любом случае, прайс завтра. Ладно, завтра будет прайс, на вторник или на среду будет заказ, и будем знать, правильно? А что это с диваном произошло, я не понимаю. Что, все, совсем порвали? Нет. Ой, блин, ничего не видно. А, ну молодцы. Порвали диван. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, да, подошел к папе, а потом такой развернулся и ушел. Ты что, испугался машину? Ты машин боишься, да? Да. Ой, ой. Да нет, никуда не поедем. Нет. Прекрати валяться. Нет, вставай. Вставай, морда. Высячно. Дети он толстый. Нам, кстати, нужно ему корм, наверное, заказывать другой, да? Потому что Подшоповский, он с лососем, возможно, из-за этого он плохо ест. Вот вы, друзья, помните, мы два мешка покупали? Первое не съели с донарчиком, вот прям нормально. А к середине второго уже то ли приелся он им, не знаю, прям плохо едят. Может быть, они просто жирные? Может быть. Поэтому плохо едят. Но мы же немного кормим, по весу мы их кормим, да? Скажи, как на упаковке написано. Вот. Наверное, просто придется другой корм брать. Да сейчас поедем. Опаздываем уже. Но Бига нужно заснять. Друзья, не забывайте подписываться, пишите комментарии, ставьте лайки, выбирайте себе друга из наших подопечных и быть добру!